Доброе время суток, уважаемые моделисты! Позвольте вам представить обзор содержимого коробки. Новинки от фирмы Italieri. В данном наборе содержатся два самолета, два американских прототипа. Первый из них — это самолет X-35 и второй — X-32. Оба в 72-м масштабе. Давайте посмотрим, что находится внутри здесь, в данной коробке, поближе. Итак, вы видите перед собой данный набор, который содержит две модели самолета. Оба американские прототипы. Первый из них — Boeing X-32, американский экспериментальный самолет, разработанный компанией Boeing по программе создания перспективного многоцелевого истребителя пятого поколения. Он проиграл проекту F-35 Lightning II. И второй самолет, который здесь представлен, это X-35 Lockheed Martin. Концепция, демонстратор самолета, соответственно, F-35 Lightning II, который и выиграл данный проект. 72-й масштаб, артикул 1419. Давайте посмотрим, что находится внутри. X-32. Два литника. Совершенно небольшое количество деталей в наборе. Довольно-таки неплохое качество модели. С внутренней расшивкой самолет, вернее, модель. Модель довольно редкая. Я на своей памяти не помню, чтобы еще кто-то выпускал данную модель. Фонарь. И вторая модель. Это, соответственно, X-35. То же самое, два литника и фонарь. В наборе, кроме декали, больше нету ничего, за исключением инструкции. Декаль совершенно небольшая, такой вот лист. Ну и инструкция. Инструкция черно-белая, русский язык присутствует в описании прототипов. Содержимое набора, ну и сборка. Сборка первого самолета и сборка второго самолета. Все это имеется. Довольно-таки простенькая абсолютно инструкция. Ну и модели, как я понимаю, тоже совершенно несложные. Артикул данного набора 1419, фирма Italieri, 72 масштаб. Приобрести данные наборы можете уже сейчас на нашем сайте italieri-modelist.ru. А я вам говорю спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. Увидимся, услышимся. Пока-пока.